Я всех вас приветствую, мои дорогие друзья, случайные зрители или те, кто уже давно подписан на мой канал. Ребят, давайте сделаем так. Если этот ролик набирает 250 лайков за какой-то промежуток времени, как только он набирает 250 лайков, хоть за минуту, хоть за час, я запускаю для вас долгий стрим по Evolve RP, где я буду продавать вот этот вот дом S-класса. Или же в ближайшее время его разыграю. Это вы напишите в комментарии. Ну а если же данный ролик наберет все же за пару-тройку дней 350-400 лайков, следующая серия будет с веб-камерой. Вот такие вот дела. Я, ребят, в Якудзе на данный период времени. Но и это еще не все. Как вы знаете, я сейчас поменял полностью сборку GTA-шки, поставил старые автомобили. Это довольно старая заменка. На туризму у меня сейчас стоит. Но это еще не все, друзья мои. У меня стоит ЕНБ. У меня стоит довольно красивый ЕНБ, как вы видите. То есть все в принципе. Она особо не режет глаза. Ну, ЕНБ особо не режет глаза. И приятно смотреть на автомобили, да и в принципе на все остальное тоже. Также заменил карту, также заменил дороги, также заменил различные эффекты, анимации. И это пока что все. Опять же, даже вот эффект нитро замененный. Плюс еще в будущем обязательно заменю растительность в штате, потому что, как вы видите, когда без растительности все это выглядит фигово. Плюс нужно заменить облака и какие-нибудь интерьеры. Но это уже через какое-то время. Опять же говорю, друзья, если мой канал достигает 40 тысяч подписчиков за 2-3 недели, я делаю для вас конкурс на реальные деньги. Примерно, ну, думаю, 4-5 тысяч можно разыграть, и почему бы и нет. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут происходит на ферме. 221... Что, простите? Зерна нету. Да, зерна нету, к сожалению, но 220 на 1000, что... А, это стоп, это я тут клал 200 тысяч. Но, да, как вы видите... Так, не могу. Так, замы принимают... Я ролик пишу. Так, я ролик пишу. Значит, друзья мои, в чем вся заключается суть фермы? Я вам в предыдущей серии рассказывал то, что ферма нихера не прибыльная штука. Да, так оно и получается. Я владею фермой не так много, да и она у меня еще до 22 числа будет, и до 22 числа она будет работать. Но давайте посмотрим правде, как говорится, в глаза. Цена у меня стоит на данный момент 100 вирт. Да, не так уж и много, но в любом случае, как бы 100 вирт это хорошо. Так, и мы все же уходим в минус. То есть куплено зерна 26 тысяч, рабочих 402 человека, зарплат выплачено 806 тысяч 900 вирт. То есть все, в принципе, неплохо. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут работает, кто нет. Сразу так. Альберт Гросси, Ефим Круз. Я не знаю, что по поводу Ефим Круза, но... Так, Джокер тоже. Пока все замы... Замы нужны. Так, завтра поставлю, если что. Так, завтра, если что, поставлю. Плюс у нас еще количество на складе 1330. То есть мы, грубо говоря, выходим в ноль абсолютно. Поэтому... Мне даже приятно вот следить за фермой, когда вот что-то здесь происходит. Если мы поставим, допустим, 80 вирт, плата 80 вирт, цена зерна 8, конечно же, да, то есть безусловно. И это такое довольно неплохое, что ли, занятие владелец фермой. Это реально очень круто. Опять же, друзья мои, как вы замечали, да, я там заработал. Давайте сейчас даже посмотрю, покажу вам, сколько я заработал. В принципе, сколько ферма заработала. За прошлый час она заработала, ну, 58 тысяч, то есть 51 тысяча в минус, но за весь день она заработала 968 тысяч 455 вирт. То есть финка фермы 1 000 000 вирт. Каждый день, можно так сказать, срубаешь по миллиону, но минус фермы в том, что, конечно же, нужно платить и рабочим, они тоже не могут оставаться без какой-либо прибыли, да, то есть если они будут работать себе в убыток, там за 30 вирт они будут впахивать тут по 5 часов, я не думаю, что захочется им здесь работать. Это во-первых. Но, во-вторых, конечно же, нужно и за покупку зерна тоже платить денежки. Сейчас я поставил 80 вирт и начну скоро стрим, конечно же.
И посмотрим, что у нас из этого получится. Данный ролик выйдет, конечно же, завтра вечером, но все же. Поэтому, друзья мои, кто хочет, может помочь, конечно, на ферме, или просто зайти на стрим, посмотреть, как и что. Ну а на этом я заканчиваю. Всем вам большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи и всем пока.